Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя позади, и самое время построить планы на выходные. Давайте вместе составим насыщенную и интересную культурную программу. Несмотря на то, что декабрь пока не наступил, город постепенно охватывает новогоднее настроение. Совсем скоро на улицах начнет работать праздничная иллюминация, и самарцы начнут украшать свои дома. В детской картинной галерее приглашают на мастер-класс по созданию елочной игрушки из ваты по старинной технологии. Вы сможете унести с собой 2-3 игрушки, которые сделаете сами от начала до конца под руководством опытного художника. Занятие состоится 25 ноября, начало в 10:00. В музее Эльдара Рязанова продолжается цикл лекций о кинематографе. В эту субботу речь пойдет о направлении научно-популярного кино. Просветительский контент сейчас востребован, от бесчисленной книжной продукции до бесконечного потока видео в социальных сетях. Однако, каково качество такого научно-популярного продукта и есть ли у него художественная ценность? На кого может ориентироваться современный просветитель? Узнать, каким должен быть кинематограф, который не только обучает, но и приобщает к хорошему эстетическому вкусу, можно, обратившись к истокам научно-популярного кино в советском кинематографе. Такой урок истории кино способен показать, что сложнейшая лекция по физике может принять форму психологического детектива, где в роли ученых облачаются всем известные артисты. Лекция состоится 25 ноября, начало в 17:30. Последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День Матери. Важный праздник, в который мы выражаем всю свою любовь и благодарность людям, подарившим нам жизнь. В Библиотеке народов Поволжья 26 ноября состоится концерт, посвященный этому событию. Перед зрителями выступят ученики музыкальной школы имени Дмитрия Шостаковича. В программе классические и народные произведения. Начало в 14:00. Поднять настроение в конце выходных поможет поход в театр. В камерной сцене покажут спектакль «Однажды в ёшкиных кошках». Все действующие герои ищут любовь. Второклассники мечтают об отцах, их мамы – о надежных мужчинах, романтичная Дуся – о незнакомце в костюме и шляпе. В финале все герои найдут свое счастье, ведь жанр спектакля – лирическая комедия, прийти на которую можно всей семьей. Обратите внимание, что спектакль состоится в доме актера по адресу Вилоновская, 24, начало 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.